Да. Итак, что касается правой стороны проемов, я все проемы промерил, все бьется от 100 до 110, это внутрянка вся четкая, штатная. Что касается, сразу скажу, стекол автомобиля, 13-й, я все проверял, 13-й, ПТС 13-й, и лабаш оригинальный, но 14-й год, с логотипами Mercedes-Benz. Его поменяли, скорее всего, на пробеге 8-10 тысяч километров. 14-й год, лабаш, Mercedes-Benz. Единственный скол такой неприятный на кузове и сзади, на правой арке. Два таких крупных скола. По крыше никаких дефектов не вижу, по лабашу тоже, когда меняли, ничего здесь, никаких дефектов не наблюдаю, сколов нет. Есть липа на крыше, липа удаляется с помощью моек. Что касается внутрянки правой стороны, мы сейчас померим внутрянку правой стороны и посмотрим, что здесь делалось. Обшивки двери хорошие. По водительской есть мелкий дефект. На ручке на левой небольшой дефект. На задней левой есть маленькая царапина на ручке открывания двери. Пластик вроде бы хороший. Так, мерим проемы.